Шадринске в Доме детства и юношества «Ритм» состоялся музыкальный спектакль под названием «Семь чудес света». Спектакль рассказывает зрителям о том, как дети, отдыхающие в летнем инновационном лагере, попадают во времена древней античности и благодаря новейшему изобретению одного из главных героев оказываются во всех известных чудесах света. Мы были в Александрии, в Турции, в Олимпии, на древнем острове Фарос. В Вавилоне. В Египте. Да, дважды. На территории Малой Азии. В конце спектакля мы увидели наших друзей, потому что мы сами этого захотели. То есть, получается, мы стали более дружнее нашим отрядом путешественников. Мы поняли, как это важно дружить и иметь друзей. Сценаристом музыкального спектакля выступила Катя Брик из города Санкт-Петербург, подготовка вокала и постановка Оксана Сычугова, хореография Алина Уварова и Елена Коротких, декорация Наталья Пантелеева. Было в том, чтобы показать ребятам семь чудес света античного времени. И также показать, насколько важна дружба. Ведь без друзей ничего нельзя сделать и ничего невозможно. В музыкальном спектакле приняли участие вокалисты образцовой музыкально-хореографической студии «Вот так» Дома детства юношества «Ритм» в возрасте от 7 до 14 лет. Ребята порадовали пришедшую на спектакль публику своим талантом, творчеством и креативом. Боже, да!